А, да, всем привет, с вами Тимофей. Я в рандоме луком играю, забыл даже сказать вам. А, так. Вот такой билд. Меня тут отругали на каком-то там видео, что я лука ругаю, что не такой билд. Вот я сделал проворство больше. Силу почти убрал тут. Поняла. Спешу в бой. Ясно. Солдаты вступают в бой. А как это он изучил навык, а кто-то поставил вард? У нас лесник вардит. Мои стрелы готовы. С ума сбрендить. Я не знаю промаха. Спешу в бой. Не умирай, не умирай, держу Крип, не лагерь. умирай. Сдох. Пропустил одного. Отстрел не убежишь. Лови стрелу. Мои стрелы готовы. И цель. Я не знаю промаха. Спешу в бой. Почему мои крипы ее не бьют, а ее меня бьют? Что за херня? Я стреляю не только глазами. Поняла. Вы это тоже видите, да? Держу на прицеле. Кто решится подойти ко мне? Мои стрелы готовы. Эй, как это? В меня стрельнул. Лови стрелу. Ах ты. От стрел не убежишь. Ясно. Не ждали. Специально для тебя. Спешу в бой. Первая кровь. Лови стрелу. И цель. Ясно. Специально для тебя. Спешу в бой. Золотой мастер. Ой-ой-ой. Блин, забыл, что могу тпшиться. Лови стрелу. От стрел не убежишь. Золотой мастер. Ясно. Я не знаю промаха. Оба. Да меня прям вкачивает. Мои стрелы готовы. И цель. Поняла. Специально для тебя. Золотой мастер. От стрел не убежишь. Кто решится подойти ко мне? Я стреляю не только глазами. Поняла. Позиция. Лови стрелу. И цель.
Не люблю я рисковать. Мог бы забрать, конечно, под башней. Кто решится подойти? Ладно, обойдемся. Так, у меня регена мана нет, ё-моё. Держу на прицеле. Спешу в бой. От стрел не убежишь. Специально для тебя. Поняла. Золотой мастер. Че это ко мне кто-то ТП-шит? Че еще? Демонолог? Держу на прицеле. Мои стрелы готовы. Да что ты никого не ласхитишь-то, блин? Ну давай посмотрим, кто там. И в цель. Ты СТП-шился? Неправильно. Все-таки лучкой я не очень умею играть. Спешу в бой. Я стреляю не только глазами. От стрел не убежишь. Специально для тебя. Ясно. И в цель. Золотой я стреляю мастер. Не только глазами. Поняла. Походу меня гангает. Или она озверела, что ли? Что с ней такое? Просто так напала? Странно. Поняла. А я думал, меня гангает. Золотой мастер. Лови стрелу. И мастерство боя. Кто решится подойти ко мне? Эй, Дуля. Ну, блять, не нажмешь, не включишь, блин, ТП. Игра, блин, ничего не работает. Спешу в бой. Вот я нажимал сейчас ТП туда и не мог включить его. Я бы замедлил лучку и убил. Что-то типа выманить хочешь? Она не вылезет, наверное. О, она отхилилась. От стрел не убежишь. Оба. Лови стрелу. Ведьмак. Поняла. Они что, поменялись, типа? И... Кто решится подойти ко мне? Специально для тебя. От стрел не убежишь. Поняла. Угу. Лови стрелу. Спешу в бой. И в цель. Специально для тебя.
корни. Прекрасно. Я начинаю немножко понимать, как лучше играть. Оба, кто-то хотел ТП-шиться, но передумал. Эть. Ох ты, сволочь, у меня нету маны-то, блин, нихера. Держу на прицеле. Погоди, вот прокачаю проворку, я тебе покажу. Сволочь. Поняла. Опять маны нет. Да что такое? Эть. Тык-тык-тык-тык-тык. Тынь. А вот они от меня уже. Не, Доль, спасибо, что стпшился, но я уже убежал, так что ничего тут не сделаешь, наверное. Ой, что там происходит? Новая позиция. Мастерский контроль. Специально для тебя. Череда. Спешу в бой. Ладно, они убили лучку сами. Молодцы. Покоплю-ка я пока ману. Я стреляю не только глазами. Кто решится подойти ко мне? Привет, ведьмак. Как жизнь? Специально для тебя. Спешу в бой. Держу на прицеле. Поняла. Стреляю не только глазами. Чё там, кто-то бежит ко мне? Ясно. Не жаль. Нихера. Лови стрелу. Кто бы там не бежал, готовы. Он до меня не добежал. Оба, ушел ведьмак. Может, он из леса на меня хочет напасть? Глазами. А нет. Он тут. Новая позиция. Да отвали ты. И в цель. Спешу в бой. Рубеж защищен. Лови стрелу. Череда. Ну, беги отсюда, правильно. Специально для тебя. Оба. Кто решится подойти ко мне? Новая позиция. Мои стрелы готовы. Спешу в бой. Держу на прицеле. От стрел не убежишь. Я стреляю не только глазами. Мастерство боя. Мои стрелы готовы. Мне показалось, или она ультанула? Точно. Слила ульту. Чума.
Специально для тебя. Ультой крипа забрать. Но это круто, конечно. Ну, наверное, силовой ему пофиг. Новая позиция. Опс. Опс. Поняла. И в цель. Лови стрелу. Мои стрелы готовы. Ну, я знал, что они втроем справятся без меня. Кто решится подойти ко мне? Эй. Блин, земля пропадает в самый ненужный момент. Незаменимый боец. Спешу в бой. Держу на прицеле. Двойной удар. Напарник. Не получилось состелить. Давайте башню ломать. Специально для тебя. А, блин, я полностью живой и вылечился еще. Ну зачем? Мастерский штурм. Кто решится подойти ко мне? Держу на прицеле. Ясно. Мы нагло по чужому лесу ходим. Ладно. Победа! И все. Ладно, если привыкнуть и нормально раскачать, то Лучка неплохой герой. Но тут я сыграл нормально. Вроде бы. Всем спасибо, всем пока.